целых два года поклонники наблюдали за развитием отношений Елизаветы Триандафилиди и Алексея Чайчица. Влюбленные то скандалили, то демонстрировали страсть на публике, а в ноябре 2018 года и вовсе неожиданно поженились. Тогда казалось, что их история любви закончилась хэппи-эндом, но вскоре супруги расстались. 31 мая Триандафилиди подтвердила, что они с Алексеем официально развелись. По словам звезды Дома-2, она не подавлена и не расстроена, ведь спасти этот союз было просто невозможно. Теперь Лиза мечтает сосредоточиться на развитии карьеры, и в будущем она не намерена еще раз переступать порог ЗАГСа. Да, мы развелись. Ура! Я больше замуж не выйду. У меня еще обязательно будут дети, но замуж точно не пойду, призналась Триандафилиди. Лиза и Алексей расстались еще в конце марта. Фото Инстаграм до брака с Чайчицем. Экс-участница скандального проекта уже была замужем, но не жалеет об этом. По словам Лизы, она всегда ведет себя искренне в отношениях с мужчинами и соглашается на свадьбу в том случае, если действительно любит человека. А вот Алексей Чайчиц комментировать отношения с бывшей избранницей не спешит. Ранее он попросил Елизавету не распространяться о причинах их расставания и ходе бракоразводного процесса. Именно поэтому до сих пор неизвестно, когда в скандальной семье назрел кризис. Поклонники предполагают, что это произошло из-за постоянных ссор и занятости Алексея. В последние несколько месяцев он много работал в Китае в качестве модели. Вполне возможно, что у мужчины просто не оставалось времени на личную жизнь. Звезда Дома-2 часто публикует откровенные снимки, и это, по мнению поклонников, также могло стать причиной развода. Фото Инстаграм. Елизавета рассказывала, что в сложный период, когда она боролась за право опеки над дочерью с первым экс-супругом, Чайчиц ее не поддержал. Это стало для девушки доказательством того, что их отношений уже не спасти. Несмотря на очередной кризис в личной жизни, Триандафилиди не собирается отчаиваться. Сейчас Лиза отдыхает в родном городе Туапсе, где встречается с подругами и поклонниками. После возвращения в Москву она планирует развивать свой бренд одежды. Также экс-участница Дома-2 не теряет надежды на то, что когда-нибудь ей удастся вернуть дочь, которую пока воспитывает отец девочки. Класс пост 635 819 подписчиков.